Ну что ж, всем привет. С вами Артур, и мы продолжаем проходить Bloodborne. В данный момент находимся примерно в том же месте, где в прошлый раз умерли. Ну и будем смотреть, что у нас получится. Наверное, подождем бабок, разберемся с ними, а потом уже будем с большим, который конченый парень, конченый. Но надеюсь, у нас все получится. Сейчас бутылочку заюзаю, раз у нас 20. И чё вы встали? Чё вы встали? Пошла жара. Нормальная ты бабка, конечно. Сразу закидывать. Куда он убежал, я не понял, что-то он странный какой-то. Он очень странный. Это неординарный капюшон. Ну вот что он сейчас сделает первым? Прыгнет или... Ну-то... Но он неординарный, но если быть готовым к его неординарности, можно и затащить. Угу. Красавчик. Сейчас будет прыжок, если я лечиться на... Хотя проверим. Нет? Ладно, пузырьки он нам вернул. Даже один на склад ушел. Так, самоцвет, это хорошо. Ну ладно, поехали дальше. Кстати, пришли наконец-то, можно сказать, в здание. Искаженного ждет впереди, поэтому время для заряженной атаки. Вот они о ком говорят, искаженные это вот эти. Зовущего на подмогу. Не очень мне местечко. Вряд ли тут будет босс, но... Блин. И в чем прикол? Что сделать-то надо?
Понятно. Ну не все так плохо. Напоминает этого. А вот это уже повеселее, да? Где ты появишься? Что-то их это не сильно бьет. Да ладно, прекращай. Да, что-то не айс. Просто класс. Я застрял. Нет. Ну и что, он сейчас еще сделает парочку?
Да вы что, издеваетесь? Лишь один вопрос, сколько их тут? Все с вами понятно. Нет, нет! А им не кажется, что это как-то переборно? Ну вот так, чуть-чуть. Я, конечно, все понимаю, но... Серьезно? Вот это босс. Ты убираешь одного горбуна, у тебя появляется другой, ты убиваешь одного горбуна, у тебя появляется другой. Они начинают магии пулять, они начинают сходить с ума, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты одного бьешь, ничего не отнимается, бьешь. Побежали. Попробуем добежать. Хорошо, что бутылок немножко есть. В избытке. Нормально зашел. Пес, отвали от меня, пожалуйста. И так сложно сюда добежать. Все дело в ведьмах. Может, просто стоит найти карлика, что я стерусь-то с этой? Он появляется, когда мы рядом находимся с ним. Босс, ты прям офигенный. Тут где-то второй ходит. И здоровье у него отнимается, поэтому можно бить. Просто когда мы убьем одного, тогда... Классно.
Да пошла ты в жопу, а. Иди лучше там наверху, постой, надо их заманить наверх. Я тебя достану, мудак. Значит, их тут двое. Ах ты, шлюха. Опять двое? Что ж такое? Шлюха. Главное, не восстанавливайте свое говно. Да ладно вам! Только не перережь мне горло, на. Сука, ты просто конченая. Так, одного не стало. Только не видите, что потом их три будет. Так, сучка, я тебя убью все равно. Я тебя убью. А может, и у меня убьют. Да отскакивай ты! Сколько можно, а? Да я везучий прям. Но я в этот раз тебя ударю. Может, хватит воскресать, а? Ну и босс, блин. По первому впечатлению был проще. А потом понеслась. Обычно. Аж подзаёбся немножко. У нас там еще и дальше пути. Пойду левел качать. Кошмар какой-то, просто боссы. Ну ладно, пока тот большой самый пока для меня был неубиваемый. Но я его и не убил. Этот. Так, помучиться нужно. Особенно, когда горло перерезает, ты ничего не можешь сделать. Так, знаете, злость прям думаешь. Ну все. Попал. Welcome home. What is it? Very well, let me... Мне вот любопытно. Я ж когда прокачиваю ловкость, у меня оружие правой руки... Урон повышается. Ну и к
как бы норм и физическая. А если сила, то только физическая за... О, смотрите, тут тоже повышено очень мало. Так, стойкость у нас что, выносливость дает? Тоже физзащиту это у нас дает. Тоже физзащиту. А что за открытие? А, понятно. Все в ловкость, Хёрли. Farewell, good. May you find your way. Может, что-нибудь новенькое там расскажете? А старик, как обычно, где-то тусуется. 8 надо, у меня есть 6. Очень близок я к успеху. Да, починить оружие, это явно надо было сделать уже давно. Сколько у меня там бутылок? 13. Скину 15. С 5 побегаю, как бы... Ну так экономнее, кажется. И что я могу... Может, что-нибудь новенькое появилось? Ни армора нового, ни оружия нового. Да у этих. Воспаленный глаз. Полезная, видимо, штук раз два стоит озарение. Вот тут как было два костюма от двух боссов. Ну не боссов, от одного фантома и босса. Ладно. Ладно. Потратим души до конца. И... Ну что, давайте посмотрим, что там дальше. Обитель ведьмы. Карга старая. Даже не одна. Вся обманка. Ну хорошо, что я не стал во втором раунде уже бить этих с оружием, а начал просто бегать искать эти. Если бы они появлялись только когда создавали бы врага, это было бы вообще печально. А так они в целом. Рядом с ними становятся видимыми, и все норм. Хотите сказать, что это армор? Инструмент мастерской для рун. И это вся локация, да? То есть я прошел. И остается у меня вот только там босс, которого я не могу убить. Но по сути я других... Места не видел. По-моему, ничего больше не было тут. Видимо, придется походить и поискать какие-то пути. Ну, скорее всего, надо босса убивать. Могли бы сказать заранее, я бы взял бы сразу бы эту херню и уже ушел бы. А так туда-сюда, туда-сюда. Bloodborne буду. Bloodborne. Один Bloodborne на экране вечно. Пойдем посмотрим, что там с созданием рун. Любопытно же. Это создание рун. Оу. Память клятвы.
Если я их вставлю, я их потом смогу снять? И смогу ли я их поменять? Давайте проверим вот таким вот образом. Да, все отлично. Это даже ничего не стоит, здорово. Ну что, теперь я стал великим охотником. Хе-хе-хе. Что же делать? Сходить к боссу и умереть? Чисто посмотреть, насколько я стал лучше. Но вряд ли я стал лучше. Два босса за одну часть. Ну, разочек сходим. Чисто, чтобы я удостоверился, что жопу мне там рвут. А вообще есть идея получше. Что если мы к охотнику сходим на пулемете и отомстим ему? Да не. А, ну да, я помню, там же еще где-то дверь, где нужен пароль и какие-то ворота с чашей. В общем, надо как-то туда попасть. А чтобы туда попасть, я думаю, надо будет убить босса. Значит... это будет ад. Ладно, пойдем попробуем разочек. Черт этого охотника. Хотя охотник может быть... ну, например, с него можно будет потом... его армор можно будет потом купить в магазине. А так получается, что... ну, бегу я на свой страх и риск. Ладно, молотовы есть, лечилки есть. Может, прокатит. Давай, шлюх, давай. А мне не жалко. Мне не жалко. Хотя лучше бы жалел, потому что... когда она сойдет с ума, они мне пригодятся. Нормально заехали. Бесит меня эта атака. Но это, наверное, тоже. Обе они меня бесит. Ладно, закончим на этом эту часть, я думаю. И... не знаю, в следующий... или будем убивать этого босса, или будем... ходить искать другие локации. Хотя, скорее всего, будем убивать этого босса. Я уже не знаю, сколько раз я на нем умер даже. На запись я, по-моему, к нему раза 4 ходил, 5. Сложно посчитать, я в разных частях ходил, поэтому... ну, примерно вот столько. Ладно, увидимся в следующей части. Всем удачи, пока. Увидимся.